Вот такие настройки. Самое главное, не ставьте вот это без потерь. Вот это максимальное, что можно. Я имею в виду профиль H4.4. Это максимальное качество, которое воспримет YouTube. Если сделать вот так, без потерь, то YouTube при пережимании вашего видео, а YouTube он любое видео пережимает, он его пережимает с артефактами, именно если вы записали без потерь. Так что записывайте вот так. Да, и по возможности ставьте максимальный битрейт от 50 и выше. Тут, к сожалению, нету настройки битрейта, но если вы знаете, где настроить битрейт в цифрах, вот еще MP4, это важно, потому что контейнер AVI, он не создан для 264. Но работать в нем будет, но у YouTube будут проблемы, которые он будет дополнительно решать, выделяя дополнительные ресурсы на преобразование. Ну, вот и все. Всем пока.